Всем известна заповедь «Будешь на море, налегай на морепродукты». Сейчас морепродукты доступны круглый год и не только на море. Для салата нам нужно морской коктейль, перепелиные яйца, красный салатный лук, авокадо, редиска, перчики, огурцы и листья салата. А для заправки нужно французская горчица, лимон, растительное масло. Для начала режем овощи. Мы уже порезали все овощи, отправили в глубокую миску. Туда же отправим авокадо, яйца и морской коктейль.
добавляем соль и черный перец. Перемешиваем. Выкладываем в тарелку. А сейчас готовим заправку. Заправка готова. Желаю всем приятного аппетита и всем пока!